Подожди, дорогой мой, подожди, я знаю, знаю я, куда иду, слушай. Если это не знаю, тогда что я тогда знаю? Ты что, меня не знаешь? Я отец солдата. Махарашвили, не слышал? Ты слушай. Весь мир знает, кто такой Махарашвили. Ты не знаешь, слушай. Подожди, подожди, подожди. Ты я сад. Ты здесь, подожди, я сад. Дорогие мои молодые друзья, у нас Курчаани, в Грузии, где мой дом, где моя жена Марта живет, там есть такое обычае. Когда совсем, совсем-совсем осень кончает, тогда сразу свадьба начинает. Я вижу, здесь тоже есть это обычае, хорошее обычае. Здесь все молодожены, молодожены этого года. Октябрьские молодожены 65-го года. Это что такое? Что это такое? Давай побольше. Побольше? Побольше? Давай. Дорогие мои молодожены, дорогие мои молодые друзья, когда мы воевали, тогда будущее ваша жизнь защищали. Пусть эта ваша молодая жизнь будет радостная, счастливая, полной, как вот это кахетинский рог. Будьте здоровы! Thank you.